все. Никита красавчик. Спасибо. Едет нас поддержать. Да, очень хотим вернуться в конкурс. У Насти пузик нет, еще не появилось рано, потому что третья неделя, спасибо. Четвертая. Ой, четвертая неделя. Мы на одну неделю старше Левченко, да. Блюмов, да. Ой, спасибо большое, очень приятно. Мы прям вообще в наслаждении. Честно, не передать. Переживаний очень много. Те, кто это прошел, вы же знаете... Спасибо большое. Все ребята на проекте нас поддерживают, стараются нас не нервировать. Вот. Мы хотим сейчас переехать на VIP, потому что в общем доме стало сложно спать, люди очень шумят. Вот. Настя капризничает постоянно. Может плакать начать с того ни с сего. Но девчонки знают это. Соленые огурцы подавай там. Но я максимально стараюсь ухаживать за ней, заботиться. Да, Зай? Да, классно. Ты шарешь на меня. Вот, потом извиняешься на утро. Ну что? Ну и что, да? Можно мне, да? Нет, ну ты не захотел решить проблему. Я решаю, Зай, но надо же тоже понимать, мы не должны нарушать их пространство. Я знаю. Ни при чем то, что они с нами каяли. Нам просто надо на VIP приезжать с тобой. Я знаю, но можно же просить ребят. Так попроси. Спасибо, потому что это я его когда попросил, он выключил музыку, все хорошо стало. Да, но изначально же мне надо было пойти. Ну, ладно, беременную больше слушаю, спишь. Я вообще не было. Да, смотрите, тоже очень интересно, и болейте за нас. Кстати, очень сильно вас хотел попросить, если есть возможность, я сейчас выставлю еще раз пост, есть возможность получить субсидию в связи с то, что коронавирус был там, и поддержкой бизнеса. Я сейчас в сторисах выставлю Блюмы на конкурсе, все нормально. Сейчас в сторис выставлю... Можете, пожалуйста, перейти и лайкнуть. Очень важно, чтобы я хотя бы субсидию получил. Федя, Макс, куда направляетесь? Направляемся на шоу «Свадьба на миллион». Хотим всех порвать, настрой серьезный. Нам это очень необходимо. Да, ну как выяснять хоть отношения? Это же жизнь, это же живые эмоции. Поэтому в любом случае будем выяснять отношения. Алена Рапунцель не ушла, с проекта все хорошо, а не с Максом. Сказать, что было у Алены с Максом. Ну, просто поругались, живые. Нет, подожди, люди очень сильно интересуются Аленой и Максом. Почему нельзя написать Алене и Максу? Ну, то, что они не ответят. Спасибо большое. Тогда я твои воды. Спасибо. В любом случае будет свадьба. Да, свадьба в любом случае будет. Заявление подали уже. А когда, не скажу. Так что смотрите эфиры, там все очень интересно. Много всего интересного, классного. Ладненько, мы подъезжаем. Вот.